такая достаточно тяжелая игра, нелегкая была в плане психологического, наверное, настроя, потому что у Риги не совсем все хорошо там складывается в последнем матче, ну и на таких соперников тяжело настроиться, но тем не менее добыли 3 очка, скажем так, построже постарались сыграть в обороне, за исключением ошибки, там единственное, когда в третьем периоде нам забили гол. В целом я считаю, что мы, наверное, неплохо сыграли сегодня в обороне. После пропущенной шайбы не было опасений, что вот все может повториться? Да нет, все бывает, и такие матчи бывали тоже. Здесь просто надо немножко поспокойнее доиграть матчи и все, довести до победы. Многие журналисты отмечали, что вот именно «Динамо Рига» сейчас вдвойне опасен, потому что раненый зверь опасен вдвойне. Вы как-то это обсуждали между собой в раздевалке перед матчем? Да, мы разговаривали, опять же, что на старте у них вроде 2 победы было, но потом они 4 матча, по-моему, подряд проиграли. Им надо брать очки, как и любой другой команде, которая проигрывает, потому что нет результата, будет спрос сверху, соответственно. Мы ожидали, что сегодня будет тяжелая упорная игра. Играла весь матч живая рок-музыка. Как-то это помогало? Да, я на самом деле стараюсь не отвлекаться на такие моменты. Ну, публика, если радовалась, зажигала, значит, хорошо было.